Может, надо нажать? В послании говорится о потайной комнате в крепости на Лемносе. Туда и отправлюсь. Я объехал полмира, отступать поздно. Я объехал полмира, отступать поздно. Кто-то очень не хотел, чтобы...
Эй, Мистик, хочешь узнать свое будущее? Дельфийский оракул разрушил мою жизнь. Думаешь, я захочу слушать тебя? Ладно, почистить тебе сандалии. Не сейчас. А может... Мне ничего не нужно. Иди. Что ж, о вкусах не спорят, но... Как скажешь. Что здесь творится? Все ищут, как бы заработать. Малака! Деньги! Эй! Стой! Вор! Эй! Воришка! Похоже на Фебу. И быстрая. Нужно ее найти. Это... Олимпии. Здесь борются за славу лучшие атлеты. Эй, вернись! Воришка! Воришка! Да уж, заставила ты меня побегать. Давай сюда. Что давать? Мой кошель. Верни его. Вот, только не бей. Меня заставили. Я не хотела, честно. Тихо. Я тебя не трону. Обещаю. А капитан побьет. Капитан? Да. Это он велит нам воровать. Нам? Бездомным детям. Зачем он вас заставляет? Из-за денег, глупый. Со взрослыми надо быть вежливой. Да? Это за что это? Да, и правда. Придется поговорить с капитаном. Лучше побей. Он и мамино ожерелье забрал. Сказал, вернет, если буду воровать для него. Она только его и оставила. Я верну ожерелье. Да? Почему? Ты мне кое-кого напоминаешь. Мою подругу. Это тот самый негодяй с рынка. Он явно в этом замешан. Наверное, это ожерелье Майи. Он носит его. Нужно вернуться к Майи. Oh!
тебя нет шансов. Я кое-что принес. Спасибо, спасибо, спасибо! А что случилось с лисом? Но это он отвлекал тебя, когда я стащила кошель. Я его не убил. Он обещал помогать тебе и другим. Он хороший. Всегда делился едой и защищал нас, когда афинянин выходил из себя. Береги себя. Прощай. Спасибо, что спас! Теперь вся добыча достанется нам. Женщина прогневала богов и нарушила традицию. Я лишь хотела увидеть своего сына. Ты опозорила себя и игры. Прошу, дай объяснить. Никаких оправданий, ты знаешь цену проступку. В чем провинилась эта женщина? Именно в этом, в том, что она женщина. Разве это преступление? Что ж ты не накажешь саму себя? Я жрица Деметры, и я руковожу играми. А она замужняя женщина, и ей тут не место. К тому же в мужском наряде. Так почему это преступление? Для замужней здесь слишком много соблазнов. Кто ты? Калипотера. Я просто хотела увидеть сына. Вся моя родня – участники Олимпийских игр. Отец, братья, племянник, а теперь и сын. Неужели я не могу их увидеть? Довольно лгать. Она такого не заслуживает. Вообще-то, наказание – смерть. Ее сбросят со скалы. Помоги, докажи, что я могу увидеть сына. Ничего ты не можешь. Ты нарушила священную традицию, и тебя ждет кара. Закон ошибается, я докажу. Раз уж ты за нее вступился, я дам тебе шанс. Представь мне доказательства ее благородного рода, или она умрет, чтобы не гневать богов. Нужно найти сына Калипотеры. Он поможет доказать ее невиновность. Shut up.
Ты знаешь Калипотеру? Да, видела ее. Вечно ошивается у шатров атлетов. Никакого стыда, понимаешь? Кажется, нет. Все эти юные дела, умащенные маслом. А эти мускулы... отвратительно, она ведь замужем. Но ведь нет вреда в том, чтобы любоваться стройными телами. Есть, еще какой! Вы, молодые, думаете тем местом, что между ног. И она такая же. А еще она часто встречается с мужчиной на той скамье. Ты видела ее с мужчиной? Ясно. Знаешь Калипотеру? Не слишком хорошо. Но она обожает своего сына и всегда делает приношения. Приношения? Для мужа. Она тоскует. Хотя он давно уже пребывает в царстве Аида. Все мы там будем. Спасибо. Ты очень помог. Что это? Я всегда жаждал тебя. У Калипотеры есть поклонник. Ода в честь Диагора Родосского, составлена самим Пиндером. Ка, гордись, малыш. Твой отец – величайший борец Панкратиона. Я ищу сына Калипотеры. Знаешь его? Конечно. Это ведь я. Твою мать обвиняют в нечестивости. Что? Но почему? Что случилось? Успокойся. Ну нет. Ты знаешь, что с ней сделают? Пока ничего. Она проникла на стадион, чтобы увидеть тебя. Но имела ли она право? Ну, конечно, имела. Ее братья чемпионы, а теперь и я. Никто так не почитает игры, как она. Спасибо. Подожди, я докажу, что твоя мать имеет право быть на играх. Эта жрица так спешила исполнить приговор Калипотере. Нужно скорее найти их. И снова день.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы исполнить волю богов. Вынести приговор. Прошу, поверьте мне. Стой! Ты сумел найти то, что искал? Да, Калипотера, дочь Диагора. Я нашел оду о Диагоре Родосском, которую Пиндер посвятил ее семье. И что это доказывает? Я поговорил с теми, кто ее знает. Она добрая женщина, любит игры и чтит богов. В ее семье несколько поколений чемпионов. Возможно, мы поспешили ее судить. Ее родня принесла много славы играм. Было бы позором запятнать такое гордое имя. Боги прощают тебя. Иди. Спасибо вам. Спасибо. И тебе. Никто не заслуживает такого. О! Делы, вставки. Кто же угадает имя победителя? Отходите, делайте ставки. У Олета куча драхму. Вас ждет большой выигрыш. Так дело не пойдет. Чтобы привлечь народ, тебе нужно больше энтузиазма. Все ставят против Питека. Говорят, ему не везет. Если это правда, я разорен. Я могу прочесть стихи. Оду Пиндера. Это должно его воодушевить. Слушай, Питек хороший спортсмен, но поэзия ему не по сердцу. Ладно, а что предложишь ты? Узнать, в чем дело. Можно ли помочь ему победить? За Афины? За драхмы? Я узнаю, что с ним не так. Спасибо. Если поможешь, разделю с тобой прибыль. Питек, Олет сказал, тебе нужна помощь. Неужто? Умеешь творить чудеса? Случается. Мое счастливое копье сломалось. Починишь? У вас же должны быть одинаковые копья. Да, но оно счастливое. Без него я проиграю. Суеверность присуща всем олимпийским атлетам. Ведь за вами наблюдают боги. Копье это полое, как тростник, и такое же легкое. Но выглядит, как олимпийское. Если хочешь помочь, принеси мне такое же. И я принесу победу Афинам и Олету. Где мне найти такое копье?
Его всегда можно купить. А другие атлеты используют особенные копья? Возможно. Не волнуйся, вернусь к тебе с копьем. Спасибо. Может, правда выиграю? Это вроде подойдет. Я принес тебе копье. Сейчас посмотрим. Да уж, оно тяжелое. Его сам Зевс метать не сможет. Не подходит это, найду тебе другое. Спасибо. Продаешь копья? Верно. Правда, осталось их немного. Копья быстро скупают из-за игр. Они и того стоят? Конечно. Летят быстро и точно, но дорого стоит. Возьму одно. Пусть оно принесет удачу. Я принес тебе копье. Сейчас посмотрим. Вот, возьми. Прекрасное копье. Легкое, простое в обращении, а главное, выглядит как олимпийское. Был рад помочь. Ника с тобой, мой друг. Нужно найти Алета. Делаем ставки. Кто же угадает имя победить? Вернулся. Дело сделано? Конечно. Прекрасно. Не хочешь поставить на нашего спортсмена? Драхм много не бывает. Можно нажиться. О, высокая ставка. Состязание завтра. Не опоздай. Где ты был? Все пропустил. Невероятно! Какой шикарный бросок! Рад был помочь. А теперь о моих деньгах. Конечно! Мы сегодня в выигрыше! Да пребудет с тобой удача! Сюда! Я здесь! Вот мы и на играх! Вдохни!
воздух дрожит от волнения, чувствуешь? Ты будешь так себя вести все время, пока мы здесь? О, боги, да! Скорее бы победить. Ну же, ты должен что-то чувствовать. Ха-ха, я просто подшучиваю, здесь любой впечатлится. Это место вечной славы, не сомневайся. Гера и Зевс будут наблюдать за твоим выступлением. О, тогда все в порядке. Ха, не думай об этом. Давай насладимся тем, что может предложить нам Олимпия. Разве не прекрасно? Да уж, впечатляет. Жаль, гонки на колесницах мы не увидим. О, хотел бы я там побывать. Там есть на что взглянуть. Хвала богам, что привели нас сюда. И на что стоит взглянуть? С чего начать? Дай подумать. Храм Зевса, алтарь Зевса и, конечно же, Олимпийское древо. Сделаем приношение Зевсу, чтобы игры прошли удачно. Не думал, что увижу жертвоприношение в самой Олимпии. Никогда такого не видел. И это еще не все. В последний день они принесут в жертву сотню быков, чтобы воздать почести Зевсу. С меня довольно вони потрохов и горелого мяса. Ну что же, я думаю, нам пора. Согласен. Идем. Мы же в Олимпии. Сам Бог велел посетить храм Зевса. Слышал, это одно из чудес света, и создал его твой друг, Фидий. Он мне не друг. Его и знакомым ты не назовешь. Разве ты не чувствуешь здесь присутствие Зевса и Геры? Мне казалось, это ветер. Не оскорбляй богов! Прости, мои чувства не должны омрачать тебе день. Боги не мучают тебя, а перековывают ради будущего величия. Я сам себя перековываю. Боги только молча наблюдают. Ладно, давай уйдем. К счастью для тебя, моей веры хватит на нас обоих. Хочу к Олимпийскому древу. Ugh.
Я должен смотреть на дерево? Не просто дерево. Священное древо, чьи ветви берут для венков победителей. Как по мне, драхмы лучше, чем венок. Но это не обычные венки. Дети собирают оливковые ветви и относят их в храм Геры. Там элонодики или судьи плетут венки. Венки будет легче доставить в Спарту, чем золото. Пусть ты не видишь в нем чуда, но хотя бы признаешь пользу, и то дело. Варнава? Да? Спасибо тебе. Надеюсь, я тебя не слишком отвлек. Не, я был рад провести время с тобой. Даже стая гарпий не омрачит этот день. Мы на играх! Я в тебя верю! Ты победишь! Вернулся. Значит, все-таки не струсил. Что ж, идем. Пожаловать. С радостью представляю вам Каллия, почтенного судью Олимпии, снискавшего звание чемпиона на этом ристалище. Друзья, для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Панкратион! Но оставим пустые слова и приступим к делу. Именем Зевса начнем соревнование. Я раздавлю тебя, как муху. А из тебя ждет